Руслан, я знаю, вас считают бизнесменом с неординарными идеями. Спасибо большое, очень приятно. Но я не буду с ним спорить. Так на чем вы зарабатываете? На людях, у которых есть свободное время. Вы что, их продаете? Нет, конечно. Скорее я сдаю в аренду. Биржа проектной занятости Smart Staffing. Основатель Гайнанов Руслан Шамильевич. Суть. Проектное перераспределение временно доступных трудовых ресурсов между добросовестными работодателями. Вложение. Более 10 миллионов рублей собственных средств. Руслан, так почему вы считаете хорошей идеей сдавать сотрудников в аренду? Зачастую бывает эффективнее для бизнеса и для самого сотрудника привлечь на тот или иной проект сотрудника на условиях временной занятости. А как выглядит такая схема? Выглядит как биржа проектной занятости. Регистрируется работодатель компания А, в штате которой, предположим, есть дизайнер, который временно простаивает. Соответственно, другой компании, компании Б, специалисты аналогичного профиля требуются. И компании А и Б договариваются между собой о том, чтобы на время, на проект перераспределить свободное время этого дизайнера. То есть выигрыши остаются все, и тот, кто нанимает, и тот, кто сдает. Это тот самый редкий случай, когда выигрыши все. А работодатель-продавец, он выигрывает в том смысле, что у него сотрудник не простаивает. Работодатель, который покупает время такого сотрудника, он избавлен от головной боли по хантингу, по переманиванию такого сотрудника, тем более, если этот специалист ему нужен на проект. В общем, это только бизнес и ничего более. Это социальный бизнес. Благодаря смарт-стаффингу, благодаря вот такой бирже проектной занятости, в национальном масштабе выигрывает и государство, и общество. Это решает не только какой-то коммерческий интерес, но и закрывает большой пласт социальных проблем. Довольно большое количество людей в нашей стране, таких как молодые мамы, как люди, которые не могут пребывать на работе непосредственно, они готовы к проектной работе, они могут вложить 2-3 часа своего времени для того, чтобы сделать что-то полезное, созидательное. И для таких людей этот проект, он просто незаменим. То есть мы помогаем и соединяем в одной точке разного рода ресурсы, и от этого всем хорошо. Руслан, вы говорите, что специалисты на время в некоторых случаях лучше тех, кто работает на постоянной основе. То есть получается, что временные ресурсы эффективнее обычных. У нас есть для вас задание, и при его выполнении время также станет важным фактором. Вам надо создать небольшую модель офиса для своих сотрудников, но в вашем распоряжении недолговечный материал – кубики льда. Ну что ж, приступайте, и советую вам поторопиться. Прекрасно. Кстати, Руслан, чтобы вам было не так холодно, не так грязно. Так, они еще разноцветные. Нас кругом окружает смарт. То есть смарт-автомобили, смарт-гаджеты, там, не знаю, смарт-девайсы, все что угодно. Вот это умное красивое слово, оно проникает во все сферы нашей деятельности, в частности, в трудовые отношения. То есть поэтому мы занимаемся смарт-стаффингом. То есть умное перераспределение персонала. В принципе, эта идея там далеко не нова. То есть, как я вот сам люблю шутить, это мы в каком-то смысле являемся одновременно и Дмитрием Ивановичем Менделеевым, и Карлом Линнеем, который там систематизировал там точинки и песенки. Вот. То есть мы тоже, вот, по сути своей, наблюдая за тем, что происходит вокруг нас, мы предлагаем систематизированный подход к тому, чтобы более умно использовать те ресурсы, которые у нас есть. Руслан, вы говорите, что предлагаемая вами модель выгодна всем. Ну а как же сам сотрудник? Ведь он получает дополнительную работу за те же деньги. Работник оказывается в ситуации, когда он получает, с одной стороны, дополнительную стабильность и прогнозируемость своего будущего. Второе, если говорить не только о деньгах, мы исходим из того, что там работник, он заинтересован в своем профессиональном развитии. Как-то неубедительно. Я бы не согласилась. А работника вообще кто-нибудь спрашивает, хочет ли он работать на другую компанию? Это вопрос на усмотрение работодателя. Это вопрос взаимодействия, взаимоотношения работника и работодателя.
Хорошо, а как это выглядит на практике? Работодатель регистрируется на сайте, что дальше? Размещает информацию о том, какого рода проект у него есть, либо какого рода квалификация требуется для выполнения данного проекта. Соответственно, другие участники биржи в рамках прямых переговоров с инициатором запроса, собственно говоря, они достигают консенсуса, либо нет. Профили специалистов, которые размещаются на бирже, они анонимные. То есть речь не идет о том, что на бирже размещаются персональные данные сотрудника. А какие специальности уже есть в базе и скольких людей, можно сказать, что пристроили? Мы так или иначе все-таки специализируемся в области IT. За вот несколько лет нашей работы мы пристроили порядка на различные проекты более 3000 сотрудников. Сейчас у нас в базе более 100 тысяч доступных консалтинговых дней, там, экспертизы в области IT. Особенность системы в том, что заказчику, то есть тому, кто ищет сотрудника, не надо проверять навыки и способности кандидата. Это за него уже сделал официальный работодатель. Можно сказать, что он в каком-то смысле ручается за подопечного и отвечает своей деловой репутацией. В конце прошлого года у меня возникла реальная ситуация, когда нам было необходимо реализовывать ряд IT-проектов для крупных заказчиков, и у нас реально не хватало людей на их реализацию. Я обратился к Руслану. Что для нас было удивительным, конечно же, это в первую очередь сроки, в течение которых такая команда была найдена, потому что проект у нас горел, нам было необходимо это сделать очень быстро, это было действительно 2-3 дня, в течение которых уже люди начали работать над нашим проектом. Это было существенно дешевле с точки зрения того, что это была готовая команда. Если бы мы привлекали команды, скажем так, московские известные команды на рынке, по нашим оценкам это было бы дороже раза в 2 по реализации. Это у нас будет переговорная. Это у нас рабочая зона. Стулья у нас зеленые, как вы успели заметить. Пускай у нас будет побольше стульев. Так, все начинает таять и ехать. Надо скорее поспешить. Пока Руслан справляется с нашим заданием, но время работает против него. Кубики тают на глазах. Посмотрим, что будет дальше. Вот зона переговоров, зона отдыха, зона приема пищи, рабочая зона. У меня еще осталось функциональное пространство. Не знаю, ну давайте сделаем библиотеку фиолетового цвета. Лед тает. Выкладываешь одну фигуру. Отворачиваешься, фигура уже другая. Руслан, и прибыльно это дело перераспределять в чужих сотрудников? В общем, да. Существует огромный неудовлетворенный спрос на проектную занятость, особенно на короткие и средние проекты. И мы этот спрос своими скромными возможностями удовлетворяем. А кто и сколько платит вам за пользование системой? Сейчас мы выступаем как брокер, как посредник между покупателем и продавцом, берем определенный процент с транзакции. То есть, вот, как говорится в анекдоте, на эти 2% и живем. В идеале, по мере развития нашего проекта, наверное, там, когда речь будет идти уже там, о нескольких десятках тысяч участников, мы хотели бы перейти к модели абонентской платы за информационное обслуживание. А во сколько, в принципе, обошелся запуск такой системы? Каждый год мы реинвестируем из заработанных средств несколько миллионов рублей. В целом, то есть если вот брать накопленным итогом, можно говорить о том, что мы вложили там всяко больше 10 миллионов рублей. Университет является необходимым дополнением ко всей концепции смарт-стаффинг. Существующий тренд, в том числе в крупных компаниях, переход на работу с контракторами по контракту для наших студентов, главным образом студентов магистратуры, это позволяет вовлечь их в этот процесс и направить непосредственно на проекты заказчиков уже начиная на первом и втором году обучения. В среднем трудоустроенный студент магистратуры, работающий в нефтегазовой компании через парадигму Smart Staffing, приносит университету от 1000 до 1500 рублей в день. Соответственно, при квотах 10-15 тысяч в год таких студентов, ну, можно просто домножить, посчитать, и получится фактически бюджетообразующие цифры, которые перекроют наши бюджетные субсидии, которые есть в нашем университете. Самое непонятное в системе – как юридически оформить сдачу сотрудников в аренду. Пока по документам это проходит как договор субподряда. Но чтобы такая модель стала работать по-настоящему эффективно, надо менять законы. Руслан, а с какими юридическими проблемами вам пришлось столкнуться?
Основная проблема то, что нас путают с аутстаффингом и заемным трудом. Это особенно затруднительно в контексте тех процессов, которые были в Госдуме некоторое время там назад по отмене заемного труда. И, конечно же, это все в определенном смысле негативно сказывается там на развитии нашего проекта. А подобная система есть в других странах или это только российское ноу-хау? Действительно, вот B2B системы, платформы, которая объединяет работодателей, такой формулировки подхода нет. Я так устал от вопроса, там, Руслан, а как это работает в Америке, что мы в прошлом году открыли там фирму и развиваем бизнес в Кремниевой долине. Когда мы начинали наш проект Smart Staffing там 3 года назад, там, многие считали меня здесь сумасшедшим. Когда я приехал там в долину, я понял, что я далеко не самый буйный. И там, в долине, в Кремниевой долине, реализуются намного более сумасшедшие проекты. А в России у вас какие планы? Что дальше? Мы будем развивать региональный смартстаффинг, мы будем развивать корпоративный и отраслевой смартстаффинг. Наша цель, конечная цель – это национальный смартстаффинг. Ну вот тут схематически я себе это вижу вот так. Руслан, ну что ж, поздравляю, вы справились, вы доказали, что временные ресурсы могут быть эффективны, даже если у них такой короткий срок работы. Спасибо большое. Приятно, что вот в рамках нашей съемки есть вот такие позитивные и разноцветные эмоции. Скажите, а сотрудники, нанятые на время, когда-нибудь подводили? Конечно же, все может случиться, но мы стараемся, чтобы такого не происходило. Я недавно встречался с предпринимателем, директором завода по производству шнеков и волков. Он меня поразил до глубины души тем, что когда я ему так вдохновленно рассказывал про нашу биржу проектной занятости смарт-стаффинг, он меня внимательно выслушал. Он говорит, прекрасно, Руслан, мне срочно нужно 5 токарей на 2 месяца. Куда я должен пойти зарегистрироваться? Как объяснить человеку от цехи, предпринимателю, бизнесмену, что как бы, на самом деле это вот все здорово, но это для IT, а не там не для там всех, и там уж тем более там не для токарей. Хотя мы к этому идем. Мы очень хотим, чтобы помимо айтишников, помимо там руководителей проектов, помимо там программистов на нашей бирже проектной занятости были представители других специальностей, там, и не только из России. Руслан, вашу систему в США, как вы говорите, восприняли хорошо. А не хотите ли сами себя сдать туда в аренду? Вы знаете, я очень горд, что такая идея, как Smart Staffing, родилась у нас, в России. И все наши усилия направлены на реализацию национального смарт-стаффинга. Но, к сожалению, наш проект, наш бизнес развивается в Российской Федерации недостаточно интенсивно, не так, как бы нам хотелось. Бизнес интернационален, большой вес на расстоянии, и поэтому мы расширяем границы бизнеса. Мы открываем офис в Америке, в Кремниевой долине, для того, чтобы, наверное, перенять передовой американский опыт с российскими корнями.